всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, скромный кинот. Как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Всем пока. Сегодня мы играем очень классный режим, аниматроники пугают охранника. Но я не буду аниматроником, сегодня у нас скромник будет выполнять роль очень крутого, страшного и веселого в то же время аниматроника, да? Да, вот он говорит. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Красавчик. Так, ну что, давай ты будешь сегодня именно по красоте пугать нас. Смотрите, как без ночного режима стрёмно. Давайте, может, так с фонариком, мне кажется, более антуражно. Камеру посмотрите. Я ничего там какой не вижу. Какой из? Ну, первый, где все, там, например, Фредди стоит. А, никого света не было. Света были вырубить. Вот ничего нету. Так, я слышу, что там кто-то орёт. Да я. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Кстати, надо нажать пойти там кнопку, чтобы у нас энергия тратилась. Давай нажму. Только, пацаны, не мочите, не мочите. Я добрый пока, не что. Слышь, ты дверь поломал, вот нафига ты это сделал? А как ты это сделал? Да там гравити-ганы, конечно. А, я думал, ты там за... Пошли экспертрапы. Заскриптовано, короче, дверь, калитка отломалась. Ну ты жопа. Не понял. Я понял. А не началось, слышь. Пацаны, знаете это... что? Нет, уже началось, все, и мы идем. Проигрывать. Да мы закрываемся. Так, энергия кончается. Давайте я поставлю здесь спауны, чтобы мы друг друга не спавнились. Слышь, пошел он уже пришел. Вон. Вот так вот, во. Пошел вон. Слышь, он нам уже может убить как? Через стену. Он уже это сделал. Слышишь? Да так нечестно, как это вахханалия творится у нас. Мне нравится. Ладно, читером не буду. Не, ну ты как бы не читер. Ты по-честному нас убил через окно ножом. Да, по-честному. Эй, телевизоры не ломай новые. Трош. Какие-то слевые пацаны. Пошел вон отсюда. Дядька, 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 почему вы фиолетовый? Надо выйти, пацаны. Он ушел. Я его выгнал. Я успел на закрыть дверь. Я его назвал фиолетовым, но он убежал. Ну все, пока. Пока, Инг. Покайся. Пока, Инг. Он там, он с левой стороны. Иди за ним, он с левой стороны. Подожди, что я могу переключать? Лево. О, вот, я вижу. Да уходи ты уже. Слышь, мы твою видим бошку через дверь. Так. Так, ну это ты уже не испугал. Это ты уже нас замочил. Тихо, вы ничего не слышали. А, ну мы ничего и не видели. Ну и это тоже. Пацаны, энергия садится. А мы не можем ничего сделать, он постоянно у двери стоит. А, мы будем нажимать все кнопки подряд. О, он конченые звуки издает, прощай. А, он не дамажит, он просто ходит. Ладно, откройте дверь, я ухожу. Ай. Это так нереально, что ли? О, во, нашел, наконец. Он идет, пацаны. Наткина. Че тебе надо у меня дома? Последний ага. Пошел вон. Прикольно, вот FNAF 6. Последнее слово тебе. Окей. Последнее слово тебе, пошел на. Пошел отсюда. Слышь, он тебе баллончиком глаза пшикает. Ты че, быканул? Я возвращаюсь. Не-не-не-не-не. Это цензура была в стекло. Слышь? Интересно, этически... прошьёт тебя? Не-не-не, он не убивает, мы проверяли. А есть. А тут вот есть момент. Стой, подожди. Да я оружие тоже возьму, подожди, у меня есть тоже оружие. Войди в дверь. И подожди, стой, стой, стой. Стой на месте, стой на месте, стой на месте. Стой на месте. Ой, убил. Да ладно. Да, если не. Ой, блин! Да пацаны, случайно я. Самый умный. Смотри, как светло было. Блин, ну прикольно давай получилось. Мне я понравилось. Сам... Подписывайтесь на мой YouTube на. Канал. Короче, это не сработало, пацаны, извините. Обстоятельства. Да, что тебе надо у нас дома? Пошел вон. Хлеба бесплатного не бывает. Так, давайте начну режим включим. Все, понял, покушать надо, но я пошел за майонезом. Дима, основной открой, я сейчас его так испугаю. Давай. Ну ты, блин, мочишь, ты обманул. Он хочет кушать, поэтому нужно.
нужно ему майонез. Я тебя проверял. Я тебя проверял. Неудачная проверка. Вот теперь пугал. Я не понимаю, кто кого пугает. Друг друга. Че, нормально получается? Либо подсказывает, либо вот это, аниматроник уперся в стену, смотри. О, немножко ты что тут делаешь вообще? Уходи. Пошел вон. Мне кто-то мешает. Мешает, поэтому надо было все троих. Большая эрорка. У тебя эрорка, кстати? Да, не у меня, он тоже. Не, значит, вы не скачали. Вы скачали, не то. А я хоть коллекцию Димаса всю скачал. Значит, надо переустановить горит смот, так бывает. Он идет. Это звук FNAF 2, кооп, очень похоже. О, смотрите, он свои глаза вытопорил. Видишь, как испугал? Ушел? Пацаны. Там мы майонез воровали. Ушел. Ты какой-то живодер. Чего убиваешься? Что делаешь? Да. Уходи. Это все случай. Это случайность. О, слушай, там инк, давай с инком запрям. Все, давай, ты это, ловля на живца. Не понял. Да-да-да-да-да-да-да-да. Мечтайте больше. Какой-то живодер. Он тоже умер, так что мы и мечтаем. Все, давай повыживаем. Не мочи нас так давай, просто. Давай. По РПше давай. Потому что подписчики нам распишут, вы плохо РПшите. Давай, короче, РПш, в комментариях напишут, хорошо ты РПшил или нет. Вот этот звук, знаете, монитора очень атмосферный. Закрывай. Нет, не нажимайте. Блин, это было самоубийство дверью. Не обращайте, пацаны, внимания, обстоятельства. Совпадение. Не зажимай меня, ты меня убишил. Нати. А я убью тебя. Ты какой-то неадекватный. Почему ты как я себя ведешь? Хороший РП просто. Не, ну мы же за аниматроника, ладно, это тоже. Это не вырежется. А я акула, ты забыл? О, смотри, стоит. Какую уронил. Месье хлеба нету. Он машет, короче, выходи к нему. Подожди, давай я, подожди, да я плюс один, гости, пускай меня. Че он там зовет? Подожди, стой. Че зовешь? Давай. Он на эту сторону побежал. Ой. Ага. А как ты убил нас? Я не знаю, с какого расстояния бьет. Я тебе майонез приготовлю. У тебя майонез там на животе, иди вытри. У тебя с рукой проблемы. Подожди, Дима, сейчас ушел. Говорю. Он на эту сторону побежал. Давай принес. Ладно, я понял. Заберите меня, брат. Отлично, отлично. Какое-то веселое Димас, прохождение. На. Димас, на. Это ему подаришь. А как? О, давай. Открывайте ему по башке. Ну, давай, сейчас мы тебе дам. Открой рот, закрой глаза. Да, получаем. Да блин, ты украл мой майонез. Мой майонез украли. Иди. Все, Димас, пока. Я ему майонез. Он справа, он там. Иди. Сейчас я сначала в туалет, надо же наполнить банку. Вон. Все, он в туалет. Димас, беги. Я банку наполняю. Ну сейчас ты наполнишь ее, да. Что-то я слышу. Радиоактивную бомбу. На. Замочил. Пацаны, ему не понравился мой завтрак. О, я сам вам принесу его. Курвы. Так, РПшим дальше, да? Якобы. Масса, я твой майонез несу. А зачем мне нужен? Не знаю. Это майонез с вирусом, не ешь его. Ты так прикольно ходишь с ним? Откройте, пожалуйста. Только там не майонез, там с туалета жижа. А чё нажахнуло? Пошёл он. А чё мы в двери не можем убить? Можете. Мне 200 хп оставил. Ой, 2000 хп. Короче, она замочила, да, тебя немножко? Да. Бомба не самый хороший вариант теперь. Мне надо вообще их использовать. А может туда импульску, Димас? А ну возвращайся обратно, сейчас импульску пущу. Пацаны, я тут в подсобке. Я самурай! Тут ещё майонез есть.
хватит своим майонезом, Димас. Кто? Ты. Да тут немножко майонеза. К тебе в гости пришел. Где майонез? Ну вот, майонез на полу лежит. Это майонез. Может, хватит нас это сквозь стены мочить? Ну да, это же нечестно. Ты нас берешь, мочишь. Аниматроник только в пятерку может мочить. Кто-то дверь открыл. Умный. Закрывай. Отлично, успели. Нет, не успели. Успели, успели. Можно открыть. Так, энергии. Остался вообще фонарь. Пошел вон. Вон там за тебя имя. О, пошла Мафилова. Блин. Смотри, побежал, пошел, пошел. Не, можешь пока открыть. Вот, вот он стоит, да, я вижу, я вижу. Да, да, да. Че, может, кокнем его? Давай ему подстрачника дам. А ну, давай, пригнись. На тебе. Ой. Ого. Три по цене двух. А че я в полете-то быстро? Слышь, не ты, знаю. Умный самый, а ну пошел вон отсюда. Нет. Все. О, блин, ты смотри, что он делает. Он только появился, уже мочь. Так, подожди, подожди, что у меня есть за оружие? У меня есть бластер. Второй версии. Димас. Это не он, это не он. Вот у он. Нас все плохо. Мат, у нас все очень плохо. Ах ты, блин, а? У нас все очень плохо. Тебе хп воспал, он тебе хп воспал. Слышь, так нечестно. У меня 500 хп, у меня 500 хп. Слышь, умник, хватит спаун килить. Ты нормальный? На спауне стоишь и мочишь нас? Да, хватит. А, хватит. Да не хватит. Вот это оно мочит. Это из того мода? Да блин, мочит? Смотри, да, это с последнего мода оружки. А у нас свет закончился, я его включил заново. Ну, получается, мы выиграли или проиграли, я так и не понял. Мы проиграли. Ну все, ребята, мы проиграли. Значит, мы будем его мочить. Мы будем мстить. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!